дати, тобто які вже роботи проведені по одичі. Тобто ми зробимо фонд від імпорту акцизу нафтопродуктів, ми будемо його наповнювати, ми будемо залучати міжнародні фінансові інструменти, тобто фактично за цей фонд можливо і проектувати буде розвиток. Спілкувалися з перевізниками, і вони всі готові возити в допустимих нормах. Добре, вам успіхів, дуже дякую за роботу. Дякую вам. А дороги будемо будувати. Спасибі. Ну, государство нам должно 100 миллионов НДС. И сейчас завод останавливается, закрывается, потому что мы не можем оплатить это. Заработную плату. Не то, что заработную плату, мы не можем с банком рассчитаться. И все, до конца месяца, если мы не рассчитаемся с банком, завод, и нас, хочешь не хочешь, надо увольнять. Не возвративши нам НДС, завод закрывается. Мы не можем купить продукции для переработки, соответственно, остаемся без зарплаты. Останавливается завод. Соответственно, когда завод стоит, его можно просто отжать. Угу. Он ничего уже не стоит. Если стоит, то мелочь. Это реально уже просто терпеть невозможно. Потому что как бы пришла новая власть, как бы были такие громкие, скажем так, возгласы. Люди умирали на том же Майдане против воров и бандитов, скажем так. А по большому счету продолжается все то же самое. То есть НДС не возвращается, работать людям не дают. Что мы там? Мы же ничего не требуем. Нам не нужна ни помощь там, ни какая-то, ни подачка. Просто чтобы вернули предприятию НДС, все. Чтобы мы могли выплачивать дальше кредиты и дальше работать. Больше нам ничего не нужно. Вот и все, все наши требования. Для интереса сколько стоит только? Я же предложил. Эти харчу 9 гривен, отварная говядина 15. Вот вы себе набираете. Оплатить я могу с чего? Вот это этой карточкой. Карточкой. Со своего счета, да? Вот это же карточка. Вы его пополняете вот здесь. Ставлю пиш. Прикладываете карточку, пополняете счет. И после этого заказываете обед, прикладываете карточку автоматически. Если у вас есть 24 гривны, то ничего. Что нам потребно сделать? Это сплачивается в цей фонд. Далее цей фонд будет абсолютно по формуле автоматично распределяться. Чтобы каждое село сегодня, чтобы люди отримували больше заработной платы и больше доходов. Вот это наше стратегическое задание. Машины проезжали, машины затонированы, мы как бы не видим, кто проезжает. Возле нас никто не останавливался, не разговаривал с нами. Не пролетели. Проехали, да, никто не останавливался, не разговаривал. Напылили и все. Тут все красиво стало, машины стали проезжать. Быстрее. А ямы когда заделали? Давно? Не так давно. Я где-то на прошлой неделе выходные где-то были. Тут, видно, засыпали. Нормальная дорога. Угу. Надеюсь, это везде там тоже. Но ты там еще не смотрел? Сейчас буду смотреть. В интернете. А как набрать? Репост. Репост? Да.